Всем добрый день. Извиняюсь за мое отсутствие, что не выходил 2 недели на связь. Как слышите по голосу, может, я очень сильно приболел был, да, неделю вообще с дома не выходил, болел как собака. Не знаю, не спрашивайте, коронавирус, не коронавирус, я тестов никаких не делал, потому что для меня коронавируса не существует. Ну, скажу, болел так, я так не болел еще никогда. Да. Но уже практически, я думаю, выздоровел. Только вот голос что-то никак не появится. Но так уже все нормально, работаем. Сейчас на данный момент нахожусь здесь, возле Ростока. Сегодня 10 число. Но среда. Вот, продвигаясь потихоньку туда, на юг, к нам назад. Еще ехать 520 километров. Еду пустой, разгрузился уже. Ну, так что комментарии можете не задавать, вопросы. Коронавирус, не коронавирус, не знаю. Я тестов никаких, как я уже сказал, не делал, потому что для меня этого всего не существует. Прививки я тоже никогда не делал и не собираюсь делать, потому что это все неправильно. Так что всем желаю любви, здоровья, не болейте. Всем желаю еще хорошего дня и хорошего вечера. Все, давайте на позитиве, я обратно на связи. Давайте.